вечер, дорогие друзья. Очень здорово, что вы сегодня вместе с нами в этом замечательном уютном клубе. Тема сегодняшней нашей встречи – Smooth Jazz. Поиграем немножко из любимых гитаристов, в частности, из Нормана Брауна, из проекта UNEM. Хорошего всем вечера! Thank you.
октябре. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Все большое. Это была композиция. Спасибо. Из репертуара замечательного гитариста Нормана Брауна. И вторая пьеса тоже его. Это называется «Трэшман». Thank you.
На битбоксе был Виталий Кисбладший. С американской культурой на нашу, на русскую. И как всегда вот на наших концертах такая этническая страница, посвященная нашей русской музыке. Может быть, наверняка кто-то слышал о большом крупном русском фестивале «Этносфера». Ваши покорные друзья являются активными участниками этого движения. И спасибо, спасибо, да. Спасибо большое. И сейчас небольшое такое отклонение от джаза в сторону России. Русская фантазия. Thank you.
Ангета Бека Перкашин. Спасибо. И мы сегодня не в сугубо мужской компании, с нами дама. Прошу, встречайте солистка проекта Груня Ирина Кись. Thank you.
меня Кира Ставропольского края. Меня давно мы не пели. Попробуем исполнить. Называется «В колодезе вода».
небольшую. Давайте споем мальчика. И пригласим, кстати, на сцену тоже мальчика нашего. Вот. Она, кажется, у нас была в планах. Совсем недавно прошло Рождество русское, и не только русское, вот во всех странах. И вот такая вот, знаете, небольшая рождественская зарисовочка называется, ну, это щедривка. Вот, называется коляда. Ты скоро поддавать, либо
на Майдане, да, чтобы быстрее все восстановилось. Мы тут имеем прямое отношение к этой замечательной стране. Да, и очень хочется, чтобы весь этот кошмар побыстрее закончился, и люди вошли в свое нормальное русло, рожали бы детей, ходили на работу и не занимались бы этими политическими глупостями. Гопачок. Сегодня со мной вместе с вами этот вечер. Бас-гитара Антон Горбунов. Потрясающий басист. Пожалуй, мой любимый басист. Спасибо, Антон. Дима Власенко. Барабаны. Прошу на сцену Андрея Табека.
Не уходите. Игорь Тугалов. Ну, Виталий Кис, младший, конечно, всегда с нами. Елена Кис, проект «Гумы». Мы на гитаре с вами сегодня зажигал Виталий Кис. Ну и под конец, к сожалению, все хорошее когда-то заканчивается. Одна из вещей, вошедших в мой альбом 2005 года «Chromatic Dreams», который называется «Вокруг да около». We'll be right back.
Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Удачи. Приходите на наши концерты.